Ну, экран мы на корабле не будем ставить, по-моему. Наверное. Ну, много места там занимает. А если бы он на пасах на воде находился, то может быть. Но это уже не поможет, а ну. Сапой возле планеты там. Экран. Ну, от бомбард надо защищать, если удастся поставить. На планету, на кадав. Ну, может не хватить этих времени. Но не из-за раз они не прошли. Мы с двумя, с тремя еще это можем справить. Три. Четыре. Еще раз. Крейсер вообще непонятно, что. Конечно, лидерский какой-то. Против трех фрегатов вообще. Ну просто он все мощь как бы сосредоточил, они шки не это. Ну было, потому что токсик даже было легче держать, чтобы всех, но он по кругу вот этот нахрен. Экран. 15 туров. Ну не в турах же надо. Вот, мы можем купить экран, он пробьет, если он даже пробьет, то... Типа не сможет одолеть без высадки или сразу. Ну может он там под успеем. Ну, в принципе, устраивает. Это ванпост. Ну, фортпост наш. Типа звездная крепость. Когда-то. Но все равно выгодно купить, потому что это все равно много чего произойдет. 7 из 9. Ну не такой он. Уже компетентный, даже выше. Супер. У нас деньги есть, это 4 тура, там 600 будет. Ну хотя бы перезаключить до договора хватит. На исследование выбрать. Постичь наши эксперты. Next.